оттуда, не знаю, видно, нет. С левой стороны. Девятый. Нет, не видно. Вот и сейчас. Должна быть видна радуга. Ну, сейчас за, скажу, за этой вышкой, за вышкой, видно, нет? За станция Машкова, станция Машкова, Машкова. Трындят наверху, блин, оцифровать Россию. Какая нахрен оцифровка России? На землю спуститесь, мужики, оцифровать. Элементарный интернет не может, мобильную связь не можете сделать. Так. Так, что там с нашими хоккеистами? Вышли в полуфинал. Банальной связи мобильной нету. Интернет. Сидят там. Мечтатели. Из Новосиба ехали, проезжали. Вот трасса из Новосибирска ведет Кемерово и далее.
По ней мы ехали 2 дня назад. То биотуалет после критики вроде бы отрегулировали, уже нет того жуткого свиста и воя. И что там такое, пожар что ли, или баня только так. По-моему,
серьезное что-то. Туалет отрегулирован, более-менее приемлемые звуки. Это был жуткий свист, шипение. Вроде бы отрегулировали. После многократных жалоб и, по всей вероятности, заявлений сделали. Вот она, федеральная трасса. Так, -8 за бортом, за окном.
узнаешь трассу? По ней же ехали. Вот, вот, вот. Вон по этой, эти друзья твои. Да. Как вы ехали с нами? Да, они что ли? Друзья с нами. Подъезжаем к Новосибирску. Часовой час приехали. Не надо, у меня карта памяти на полчаса максимум. Карта памяти закончится сейчас. И что? А ехать нам час. А мы должны уложиться в полчаса. Дело машинисту скажи это, что, дружище, нельзя ехать сейчас со скоростью. Да нет, 50 км в час. В границу города въедет, и я для гарантии. Тронулись в 11, да? В 10. 10. Полчаса стояли. 48. Полчаса стояли. Ну. Где курс? Ну, ты снимал. А, не снимал, да, все? Да, я выключал. А по 2 минуты точно стояли. А? По 2 минуты точно стояли. Не, ну что на 2 минуты выключать? Она выключается минуты, включается. А? Ушел. Да? Что, я должен выбрасывать, что ли? Извините, здесь официантов нет. А ты кто? Дома Юля, то есть Диваля. Да. Слушай, надо это самое заснять тебе. Сядешь сейчас. Не надо мне его снимать. Ну, ты еще раз уже заснимал это. Вот в этом месте? Да. В таком месте с занавеской? Слушай, давай я тебя сниму. Снимай. Давай. И-и-и. Ну что? Чего ты снимаешь? Засниму тебя. А это зачем? У тебя есть этот твой? Жалко, да? Сейчас уедем еще этот пригород. Уже курить. Во-во-во, вот эту трассу я помню. Это вот идет из Новосибирска в этот, в Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток. И помнишь, что ли? О, что это такое? Мы здесь заправлялись. Бревно не украдут вот полено. Ночью никто не украдет полено. Украдут. Вот беды-то будет. 4 человека в поезде. Из них давай это ты. Друг у друга. Когда пропадет, у меня в сумке посмотри. Алло. Относительно, в поезде еду, можно связь попасть. Так, давайте сейчас попробуем надеть. На данный момент пока нет, не было возможности выполнять работу. Сейчас вот немножко подосвобожусь, изучу этот вопрос. И вполне возможно, ну, очень хотелось бы.
вообще автомобильный бизнес, все, что с ним связано? Ну, не совсем поставка, скорее уже обслуживание после покупки. Ну, да и покупка автомобиля для клиентов, и обслуживание его дальнейшее. Да, 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 верно. Да, 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 со сопутствующие товары, перегоны транспортных средств. Вот именно сейчас как раз с перегоном возвращаюсь. Да, 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 да. Вся Россия. Работаю по всей России. Давайте Москва, Питер. Вот, возможно, я не знаю, там, ну, города-миллионники указать. Да, Волгоград, Краснодар, Москва, Питер, ну, в принципе, достаточно, наверное. Ну, можно Москва и область. Можно весь край. Угу, верно. Да, скажите, пожалуйста, вы сказали про некий бесплатный тестовый период 3 дня. А с какого момента он начинает действовать? Я до компьютера доберусь, не знаю, только на следующей неделе. Да, да и на следующей. Нет, вы знаете, я увеличился, наверное, на следующей неделе. Смотрите, я сейчас возвращаюсь в Москву, беру еще автомобиль и уезжаю еще неделю на полторы. Потом возвращаюсь, беру еще один автомобиль, уже еще на неделю. То есть вот, ну, как-то не подгадать. Возможно, как-нибудь, я не знаю, оставить открытым этот вопрос. Или, может быть, связаться там где-нибудь там, во второй половине марта. Да, хорошо. Угу. Да, хорошо, договорились. Угу. Спасибо. Да, достань. Понедельник по 11 часам в офис. То есть на подарок. Нигде не было. А вы, наверное, уже проверил? Нет, я думаю, что он просто катался на этой машине, там этот RAV4. Да и какая разница? Я хотел. Да ладно, тоже. Проблема.
Не знаю, еще минут 15 выдержу. Боюсь. Ехать еще больше получаса. 38-37 минут. Да. Рискнуть, что ли? Ну, я пока не знаю, что хочешь. Мне на ходу. Да. Чем? Не хотелось бы первый файл стирать. Момент старта. А, он поверх начнет записывать. Ну да. Ух ты, и батарейка, это самый аккумулятор садится, смотри. Ну что, весь день выдержала запись. Полночь. Да, это он на улице. Сколько было? Не, ну там же было около 7-7 полосмотров. Черт, всем темнеет. Понимаешь? Ну пусть снимает. Надо это в Новосибе выключить. Смотри. Ну, у тебя розетка. Он сейчас выключится, да? Да. Если вытащить провод. Да. Ну, у меня там есть второй аккумулятор. Вон у тебя USB-шная, воткнул в эту и все. Не достанет она. Достанет. Не надо, все. Молчи. Я приготовлю аккумулятор. Мне надо было одновременно. У меня есть. Да ладно, хватит. Карту. Да я думаю, хватит. А, да, Новосиба это... А в городе уже на вокзале этот подъем аккумулятор. Кто что звонил? Чёрт. Не по делу? По делу, ну да. По тендеру. Опять тендер. Ну, по платным тендерам. Как? По платным тендерам. Типа, платите нам. И участвуйте в тендерах. А если не буду вам платить, не буду участвовать в тендерах? Да. Это что за система? Это какая-то... Что за мошенники? Это какая-то контора, которая собирает на многих этих тендерных площадках, ну, на электронных торгах, собирает в свою систему. За жопу возьмут этот вот. Платите нам участвовать. Ну, это не запрещено уже. Что там такое? Платите нам участвовать в тендерах. Сейчас. Типа у них вся информация централизованная. Вот за это они взимают плату свою какую-то. Процент. Так их к ногтю давить. Создавалась электронная площадка именно для того, чтобы сбежать от этих махинаторов. Куда уже залезли? Ну попей пока. Двигаемся. Я все хочу увидеть эту развязку северного объезда Новосиба на эту трассу. Интересно, видно будет, нет отсюда? По-моему, нет. Северный отход. Ломается, заброшу.
ну да. Ой, знаешь, сколько таких? По дорогам едешь, прям на дороге стоят. Забитые. Это вдоль трассы, а что в глубинке, туда, в сторону, 50-100 километров. Это из мультика, да? Дом пустой. Живите, кто хотите. Сильно сядет, потому что халява. Нет, сейчас уже отрегулировали это биотуалеты. Это уже плюс. Но там боковое то же самое, что здесь первое. Ну? Да. Не жалею я. Такие вещи не жалею. Спокойно, комфортно. Вот. В условиях так, как я привык. Ё-моё! Нет, это... Вон туда смотри. Это моё место. Деньги платили. Напомни еще не раз. Не пользуйтесь моим окошком, не смотрите. Так, ну солнце коснулось горизонта. Темнеть сейчас быстро будет. А? Да. Вот и подходит к концу световой день. В Новосибе остановлю съемку. Следы невиданных зверей. Как там у Кошкина?
там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Где око? Это бревно такое. Вот церковь. Что еще надо? А? Молоко. Молока нет. Сливки. Слушай, надо вот этот, надо в ленте. Его ложку. А? Его ложку. Надо это, в ленте взять сухое молоко или сухие сливки. Ну, мягче кофе, не такой этот. Кофе должен подлить. Ну, может также бодрить аджика или горчица или скипидар. Или боль. А? Или боль. Что? Или боль. Забодрить. Палец сломать, не уснешь. Зачем палец? Сразу ногу ломать или голову? Ты засвидетельствуй себя в Новосибе. Надо было в Кемерово. Какой выход с той стороны, будем обходить поезд? Не, я с собой возьму камеру. А зачем? Чтобы было. Ты забыл прокомментировать евро из этого. Я не забыл, я спал. Ну что теперь людям говорить? Что ты спал? Да, конечно, я спал. Телефон сказать? Что ты думаешь?
левой стороны по ходу движения дачно-садовые участки. Какой-то логистический узел. Ну вот и Новосибирск. Дымы котельных.
самолет на посадку заходит. Или взлетает. По-моему, взлетел. Котельная, градирня. Сегодня раток убегал. Ну, ты спал, что-то еще было. Там, на самом деле. Зима. Зимой радуга — это редкость. Мы сейчас стоим, да? Да. Город Новосибирска.
Новосибирск такой восточный. Пробище. Да, пробка, смотри, какая. Нехилая, да? Ой, давай, опять свою Москву пихаешь. Я не знаю такого города. Новосибирск, да? Есть такой город. Thank you.
Теперь вот это куда дорога. Среда, повторник, среда. Ну освободи. Сейчас, подожди, остановится, я выключу камеру потом, чтобы отражения не было в стекле. Нет, там места нет уже там. Сейчас смотри, пассажиры зайдут, ты все места забыл. Будет ругаться. Где я занял места? Внизу. Ну. Вот там, наверху. Ну что, там мало места наверху? Да. А там места мало. Это меняют пассажиры. Что вы говорите? Где написано? Что ты меняешь? Вот им души объясни. С наездом таким еще. Я первый сел. Все распросал. Ты забери к себе что-нибудь. Ну, ладно, ничего. Все. Твоё полотенце? Нет, да? Или твоё? Моё. Так, все, приехали. На этом съемку первого дня заканчиваю, потому что отправление через час, будет совсем темно и интересно смотреть темноту, я думаю, ни у кого нет. На противоположной стороне Новосибирск, вокзал. А? Соседний поезд, Новокузнецк, Москва. Ну, что, приедем, может, он быстрее доедет, может, перейдем? Давай. Притаскивай вещи. Договорись, потом приходи. Поднимешь меня, перетащишь, да? Да. А я буду все это снимать. Да. Чтобы подписчики смотрели. Да. Да. Господи, а это в одном ресторане, наверное. Я думал, сидящие места из Новокузнецка. А почему нет? Я
Куда ты пошел? На улицу. Подожди. Да сейчас народ начнет забегать, как выйдешь. Я тебя умоляю. Все, подгоняй. Где? Опа-ля. На этом все.